Приветствую вас, ребят. Сегодня я хочу с вами поделиться очень полезной информацией и, главное, нужной информацией. Будет она полезна тем, кто занимается созданием видеоконтента. И я вам хочу сегодня рассказать и поделиться опытом, как я проапгрейдил свою самую обычную версию Pinnacle Studio 21 до Pinnacle Studio 21 Ultimate всего за $30. То есть, ребята, я купил Pinnacle Studio 21 Ultimate за $86 против $129. Вы скажете, а как я вообще этого достиг? Ребят, очень просто, об этом чуть-чуть позже. Но некоторые, конечно, из вас скажут, а я вот пользуюсь пиратской версией и меня все устраивает. Ребят, это на ваше усмотрение, если вам этого достаточно, ребят, пользуйтесь. Главное, чтобы у вас все получалось. Но имейте в виду, что пиратские версии обычно в них зашивают разные майнеры, которые будут грузить ваш процессор, вашу видеокарту, создавать массу проблем для вашего компьютера. Поэтому я все-таки рекомендую вам всегда покупать лицензионные продукты. Тем более, сегодняшняя информация будет вам очень полезна и поможет сэкономить $44 как минимум на покупке самой навороченной Ultimate версии. Ну а для начала давайте-ка мы с вами посмотрим, сколько каждая версия у нас стоит. Естественно, у самой легкой версии есть множество ограничений, которые не дают нам возможность, допустим, работать с аудиопотоками, ограничения в разных наличии количества треков, чтобы добавлять разные видео и аудиодорожки. Но в свое время я год назад купил именно эту версию. Я уже точно не помню, по какой стоимости, но на данный момент ценник у нее $60. Давайте-ка посмотрим, сколько это у нас будет стоить. $60 это 3400 рублей. Ultimate версия стоит $130. Это 7400 рублей. Это очень большие деньги. И понятное дело, что за такую сумму Ultimate версию никто покупать не будет. Но давайте перейдем непосредственно на один из магазинов дилеров, который я нашел по более-менее адекватным ценам. Это softmagazin.ru. В общем, самая обычная версия здесь стоит 2875 рублей. Давайте посмотрим, сколько это стоит. 2875 рублей. Ну, пусть 2900. Короче, $50-$52 в среднем будет стоить обычная версия. Если вы хотите проапгрейдить до Ultimate версии, ребят, сразу рекомендую не обращать внимания на Ultimate версия, которая стоит, допустим, у дилеров 6230 рублей. А вот непосредственно на официальном сайте стоит еще на 1000 дороже. Поэтому у дилеров, конечно же, покупать гораздо дешевле Ultimate версию. Но я вам покажу, как еще можно сэкономить. Еще сэкономить 1500 рублей. Что для этого мы делаем? Покупаем у дилера самую обычную версию за 2875 рублей. Допустим, вы ее купили, она у вас есть, вы ее загрузили на компьютер. А после этого, когда вы запустили данную программу, если вы нажмете на вот такую вот зеленую стрелочку, она у вас однозначно будет, у вас выскочит вот такое вот окошечко, и здесь у нас написано, что мы можем проапгрейдить версию Pinnacle Studio 21 Plus за $30 до Ultimate версии. Но давайте-ка вернемся теперь непосредственно на официальный сайт и посмотрим. Pinnacle Studio 21 Plus стоит $100, ребята. $100 против 60, которая стоит обычная версия. Что для этого мы делаем? Для того, чтобы нам прокачать за $30 до Ultimate версии. Берем, заходим на официальный сайт, переходим в чат. Вот здесь у нас кликаем на него, и здесь, ребята, на английском языке пишем, что так и так, вот я купил самую обычную версию, и здесь пишется, что я могу прокачать ее до Ultimate версии. У вас, возможно, там попросят предоставить скрин, ребят, вы делаете скрин вот этого вот окошка полностью, чтобы было видно, что у вас Ultimate версия, у вас есть здесь зеленая стрелочка и вот этот вот ценник. Скидывайте им скрин этот и говорите, что я хочу прокачать свою обычную версию до
Ultimate за $30. Они вам после этого скажут, что так и так, предоставьте нам ключик вашей версии. Это самое, вы предоставите ключик в чате вашей лицензионной версии. Они вам генерируют, ребята, ссылку на покупку. Вы переходите по этой ссылке, там оно будет стоить где-то 1840 рублей. Доплачиваете и прокачиваете обычную версию за $30 до Ultimate. Согласитесь, это очень круто. А теперь давайте немножко мы посчитаем по деньгам, сколько у нас это все будет стоить. Итак, обращаем внимание, самое первое. Вы купили Pinnacle Studio 21 стандарт за 2875 рублей. Значит так, 2875 рублей, это у нас $52. Запоминаем, $52. После этого $52 и прокачиваем до Ultimate версии по ссылке, которую нам предоставила техподдержка Pinnacle Studio. Это в рублях, там можно валюту изменить на рубли, ну, на той форме, где покупать. И это будет стоить где-то 1840 рублей. То есть давайте откроем наш калькулятор. 2000, ну пускай 3000, там возможно с комиссией, потому что мы пользуемся конвертером через центральный банк. Пусть будет 3000 рублей, плюс для апгрейда мы заплатили еще 1840 рублей, итого у нас выходит 4840 рублей. 4840 рублей, итого у нас выходит 85-86, ну пускай, грубо говоря, $87. Ребята, $87, давайте-ка мы посчитаем, в общем, $130, это если через официальный сайт покупать, $130 минус 87, итого мы экономим, ребят, $43-44. Это если... если, допустим, вы покупали стандартную версию через официальный сайт Pinnacle Studio. Давайте-ка теперь посмотрим, сколько вы заплатите, если мы, допустим... Это как раз стоимость, это как раз та стоимость, которую вы заплатите... Если вы купили стандартную версию именно через дилера и проапгрейдили через официальный сайт, это у вас выйдет 4840 рублей, да? Мы считали 4840 рублей. Еще раз, минуточку, давайте-ка зайдем. Да, это $86. Если покупать Ultimate версию через дилера, смотрим, сколько у нас через дилера стоит Pinnacle Studio 21 Ultimate. Ребята, 6230 рублей. Это самая дешевая цена, которую я нашел именно по России. Поэтому давайте теперь посчитаем. 6200, сколько там? 6230 рублей. Ну, пусть 6400, потому что там комиссия. 6400 рублей. И минус ту стоимость, которую мы заплатили, 4840. То есть 4840 рублей. Итого, ребят, мы экономим 1500 рублей. То есть мы даже купили, купим или купите, ребята, Ultimate версию, вы дешевле на 1500, чем у дилеров. Это очень охренительно. Поэтому, ребят, настоятельно вам рекомендую, если вы хотите лицензионную программу купить, думаю, эта информация вам полезна. Поэтому, ребят, подписывайтесь обязательно на мой канал, ставьте лайки, если что-то непонятно, пишите в комментариях, я обязательно вам помогу. И удачных покупок! С вами был SubZero, и до скорых встреч, пока!